Если власть троллит население, то почему бы не ответить взаимностью? После вчерашнего успеха акции на Манежной площади активисты протеста решили хоть как-то повторить свой успех и вернулись на Манежную площадь. Кремль напрягся. Накануне народ неплохо затроллил Кремль. Пошутил 10 000 митингующих. Кремль отреагировал, отцепил ОМОНом Госдуму. Наверное, хотел оградить граждан от дурного влияния, исходящего изнутри данного заведения. Зато наш ОМОН умеет тоже троллить, но нехорошо, недалеко, не до Колымы, хотя нет предела совершенству. Стоило группе граждан собраться на Манежной, как тут же подвалила теплая компания из 2-го оперативного полка, которая жить не может без соблюдения госдумовских законов. Об этом и рассказал подполковник, блистая острым юношеским взглядом. Какие публичные акции по просьбе с газону? Это же наша земля, уважаемые товарищи. Вы же за права и за то, чтобы у нас было хорошо. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Вот, это моя тоже работа, профилактировать. Поэтому, значит, напоминаю, что никакие публичные акции не согласованы здесь проведение с правительством города Москвы, поэтому они будут незаконны. В случае проведения их, то есть какие-то призывы и так далее, свободу тому или иному лицу, еще какие-то высказывания, мы будем вынуждены, я вас предупредил о том, вы услышали, значит, мы будем вас вынуждены задержать и доставить территориальное МВД для разбирательства. То есть всем все понятно. Значит, в случае, еще раз повторюсь, при задержании, если вы не согласитесь идти с нами, мы будем вынуждены, согласно закону федерального номер 3 о полиции, применить физическую силу. То есть взять за руки, если будете кусаться и так далее, значит, будем вынуждены делать неудобства для вас, чтобы это понятно и так далее. Поэтому хочу там отнестись нормально, чтобы вы относились. А не можете протестировать? Вопрос внимания. Но вы процитировать. А лозунг «Свободу Путину» можно получать? Никаких лозунгов, никакому лицу. Поэтому, если вы будете публично что-то кричать, я еще раз вам, подождите, я разговариваю, дайте, конечно. Значит, я буду вынужден вас оставить территориальное МВД. Я вас поэтому публично предупреждаю. Граждане согласились не нарушать. Хотя еще Стивенсон сокрушался, борясь за торжество справедливости, где-нибудь да нарушишь закон. И мы нарушили. Мы знаем, чем подкреплено ваше это распоряжение? Скажите, пожалуйста, это какой-то закон? Да, какой закон? Сотрудники полиции имеют право задерживать, доставлять граждан, в том числе для проведения профилактических мероприятий по недопущению противоправных действий граждан. Я ничего противоправного не подозреваю. Я вправе подозревать. Я вправе подозревать вас, что вы это не вы. Задержание, я еще раз говорю, подождите, я вам объяснял, что задержание мы не проводим. Мы проводим только административное доставление. Читайте в административном законодательстве. Для того, чтобы перед административным задержанием готовы устранить совершенно потрясающую историю. На каждый вопрос у них есть ответ, на каждый шаг у них найдется мат. Люди в жару курга, в непогоду солнца. Незаконные приказы не должны исполняться. Люди стоят, разговаривают. Дима, сними, пожалуйста, как и нас... Как нас пройдите ему в глазах, потому что в Твиттере кто-то что-то пишет. Что вообще приятно? Бред. Звони адвокату сразу, если прикалываться. В какой УВД идем, господа? Какой УВД идем? Китай-город. Пойдемте пешком. Автозак. Я... Что ж бензин-то тратить? Да, ну, по Красной площади. Зачем? Вот зачем мы идем? Не, ну попросили, что? Мы сопротивляться? Зачем? Я отказываю в этой. Ну, значит, 19-3 будут шить, это же они могут. 15 суток. Мотивацию скажи, самую интересную. Ну, собственно, да. Хотелось бы, чтобы какого-нибудь адвоката прислали. Им, чтобы мы все вместе посмеялись потом. Оказывается, любой призыв в Твиттере собираться на Манежной площади отныне является экстремистским. Центр Э давно следит за политвестником. Этим центробежным портянкам категорически не нравятся наши глумливые сюжеты. И они решили потроллить нас по-своему. Покатать по Москве, провести профилактическую беседу. Вот что делает Твиттер животворящий. Кто-то написал, что все должны прийти на Манежную площадь, и тут же здесь целый легион войск.
Видите, как они боятся. Мы обязаны осмотреть вашу. Но я не обязан вам показывать. Звоните, потому что звоните. Это ваша обязанность. Дело в том, что любой закон, который противоречит основному закону, должен быть приведен в соответствие. Сейчас забираете. Если этого нет, то действует основной закон. Вот 31 статья. Мы имеем право собираться. Прокурор посчитает, может привлечь в отказ. Зачем вы можете воровать? То есть у вас там ничего? У меня колющего режущего? Нет, ничего. Огнестрельного, взрывчатого, ничего не имеется. То есть вы, получается, защищаете? Здравствуйте. Вы не корреспондент? Здравствуйте. На камеру представьтесь, пожалуйста. А зачем? Вы же мне не представились. Вы тут без опознавательных знаков. Еще что-то представляете. Мы давно уже мечтали снять какой-нибудь репортаж, сидя в автозаке. Тем более, что нам часто задают вопрос, почему политвестник никогда не винтит, почему никогда не сажают в тюрьму. Может быть, мы сотрудники ФСБ или Центра Э? Нет, друзья, мы такие же граждане, как и вы. И точно так же можем оказаться где угодно. Ну, например, за решеткой в этом замечательном гостеприимном автозаке. Ну, если уже... Хорошо все-таки, что есть Твиттер, можно прямо из автозака с внешним миром как-то связываться. Куда все-таки зашел прогресс? Как далеко? Слушай, да, нас, по-моему, из-за Твиттера, из-за какого-то, да, что-то там? Да, да. Ну вот из-за Твиттера нас, собственно, арестовали из-за того, что кто-то в Твиттере там что-то написал, типа приходите на Манежную. И сейчас нас везут в ОВД Басманная для того, чтобы провести с нами какую-то профилактическую беседу. Ну, чтобы, наверное, Твиттер поменяли на свитер. И там уже как-то, наверное, стали более законопослушными гражданами. Но ничего другого мне в голову пока не приходит. Придумайте что-нибудь сами. То есть вы чувствуете себя как дома? Ну, если подходишь к Красной площади и видишь даже Красную площадь за решеткой, что говорить про простых граждан? Непривычен только сам повод задержания. Просто... Да, кстати, как вам это нововведение, новшество вообще? Я так понимаю, что по этому поводу, в принципе, сегодня можно забирать любого человека из этой страны, потому что повод, что кто-то сказал в Твиттере, что надо выходить на Манежную, в принципе, можно применить к любому гражданину сегодня. Который назначает свидание. А, кстати, тоже непонятно, почему задержали именно нас. Там ведь было много гуляющих. И, может быть, они тоже тайно пришли по этому призыву. Это известно, видимо, только тем, которые задержали, а может быть, даже не им, а тем, кто отдавал указания. Кажется, так. Ну, а вам, девушки, вам как вообще в автозаке? Как вам живется в автозаке? Вы привыкаете, что вам нравится? Мы первый раз вообще в такой толпе. Да, да. Мы настолько законопослушные, что мы всегда четко выполняем все законы, ну, все делаем по инструкциям, и вдруг мы вот оказались в автозаке. Ну все когда-то бывает в первый да, раз, правда? Да, да. Ну и каковы ощущения? Ну, довольно-таки хорошая компания у нас осталась. Да. Приятные люди нас окружают. Никто не бьет, не дебоширит. Да. Значит, гляди, подвозят, гляди, сажают, да? Да, да. Прекрасно. Вот видите, все полны оптимизма. Значит, еще не все потеряно. Беседа не задалась. Зато фотосессия в ОВД «Басманная» явила миру лик путинской свободы. Привет. Вот таким образом я оказался на свободе вместе с этим человеком, просто глыбой, который сейчас меня снимает. Мы с Дмитрием Мелехиным только что прочли рапорта, согласно которым мы были задержаны, точнее не задержаны, а доставлены в это ОВД для проведения профилактической беседы. Беседа длилась 2 часа, но за эти 2 часа мы, видимо, люди тупые, так мы и не получили убедительного доказательства того, что Путин хороший. Для нас он до сих пор вор. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, политвестник.